И всем снова здравствуйте. Сегодня опять у нас игра. Играют девочки против мальчиков. Мальчики из Нарфоминска. А девочки из сборной Одинцова по доске воскресенцев. Сейчас вы видите разминку. Давайте понаблюдаем, как девочки занимаются перед игрой. Сначала они делают упражнения друг с другом, а потом забивают шайбу в ворота. Здесь уже тренируется вратарь. Следующее упражнение двигаться. Девочки, я по кругу. Что-то на сумерке с интернетом. Да. Вот что-то с интернетом сегодня, он там притормаживает. Я не знаю, как еще будет играть. Желаем удачи! Вот, вот! Звучит гимн. Красивый.
матч. Возле наших ворот.
Пятый, седьмой. Дальше, по борту. По борту. Пенек, Антон, пенек. Встречайте ближе! Ближе! Борис, Борис! Из зоны! Номер старается отобрать. Не получилось. Давай, пошла!
Диана, сзади, сзади, Диана! Готовлю все игрок беда. Стараюсь ее таким моментом имитировать, когда буду притормаживать. И все возле наших ворот. Мимо шарик летел. Суть прямо не попала в ворота, шайба. Давай, давай, видели, нет, не получилось. Мы соперник. Диана, сзади, сзади, Диана! Зона! Скидывай! Стюха, давай! Вперед! Диана, ты чего, блядь, не смотришь, нихуя? Да, эмоции, эмоции наших подписчиков. Ну это все понятно. Игра вообще эмоциональная. Тащи сама! Передай Лана. О! Так, не получилось, да. Пала. Справедливо. Так, сейчас минус один игрок. Соперников. Женька, давай. Есть шанс. Передача не удалась. Тащи сама! Сама, сама, давай, сама. Ближе встречай! Не увидела шайбу. Один игрок. Сейчас на раундах играем. Так, Юр, давай, 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 давай. Не дали. К нашим воротам. Молодец, накрыла. Молодец. Из зоны!
Давай, Наташа. Из зоны. Куда? Я вот чуть было не попали. Волки, давай, давай, давай. Убирайте! Самое главное из сезона. Из зоны! Волнительно. Все возле ворот. Выкинь! Давай, давай, Вадим, молодец, давай, 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 умничка, давай, вперед. Не получилось. На пятак, куда ты? Куда на пятак? Еще раз, какой-то, давай. Теперь за 11 номер. Помощь! Ближе встречай! Тащи сама! Бросать не давай! Пошла, пошла! Не получилось. Это вратарь накрыл все-таки шайбу. Была такая возможность хорошая, но вот обижал показу, что это свой. Закрывай! Давай! О!
пошла, пошла. 88-й, ты где катаешься? О, давайте, давайте. Как не получилось. Была хорошая возможность. Снова в наш клад вот накрыла. Молодец. Меняются игроки. Катаются, катаются, как на подъезде. Последний момент. Что ли, сама? Сама! Давай, 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 давай! Осталось 10 секунд до конца первого периода. Встретимся с вами через 15 минут. Быстрее ноги, включаем!
Макс! Семен, иди, беги! Макс, беги! Обратите внимание, что ворота наши теперь на другой стороне. Поймал вратарь. Смена игроков. Thank you.
давай! Вперед, давай, вперед! Молодец, давай! Аню, давай! Сука, подключайся! Ксюша, поближе, подойди! Девушка, вперед! Атлан!
да, да, да. Сейчас увидела, мне на спасибо за поздравление. Молодец!
бывает. Бывает, что расстраивается. Не расстраивайся. Хотел лишь отбить шайбу, а получилось в ворота. Я больше уверен, что на игре ничего не слышит, они полностью в игре. Сегодня там на эмоциях и по завтра ничего не Нет. Сказали, думали, попал в ворот. Нет, мимо. Ксюша! Встань ближе, ближе, встань! Он тебя не сломает! Вперед! Куда ты? Твое! Снова к воротам нашим. Дядь, вот! Никак они не уходят в нашу зону. Все сложнее и сложнее сейчас будет, потому что счет уже 1-4. Игра продолжается. Другой момент на сегодня. Парочка мне очень нравится. Горела бы на полке на него! Маша! Маша! Пас! Ну прям толпой. Давай! Есть! Ура! Второй гол! Девчонки, молодцы!
отличный пас. Поздравляем вас. Отличный гол. Смена игроков. Это под номером 14. Падут. Судья, куда смотрит? Да ладно, правда? Нам забили гол, так что 2-5 сами видели. Молодец, поймал вратарь. Алиса, поехала! Выбросите ее оттуда! До конца второго периода 1 минут. Вода! 1 минут это много, это много. Выброси! Веди, веди. Сейчас не дадут мне припад. Ну, естественно, там. Алиса, поехала! Алиса! Поймала. Счет по-прежнему 2-5. Вот Нара. Алиса, молодец! А я вам сейчас быстренько напомню, что играю девочки против мальчиков. Девочки сборная Одинцова, Бадос, Воскресенск, мальчики Тимфоминска. Хорошо бы сейчас использовать за гол. Второй период сейчас закончился. Thank you.
осталось меньше 2 минут. Готовящий налет. Я сейчас не помню, кто забил. Надо просматривать снова видеозапись. Ребята прям не выпускают, они удержат где-то в зоне. Мало, молодец. Так, девочки, собираемся. Игра еще идет. Thank you.
замешкался. Не получилось передачи. Упустила шайбу 23 номер. Так, что там было? Нет, ничего не было. Я забыл подымный угол. Ну, конечно, с нашим воротом. Да, 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 да.
поймала, молодец. Пытается шутовать, нет у нее. Соперник-то. Восьмой номер. Вы все видели. Минус один игрок соперников. Удаление. А что было-то, я не пойму? Было. 99-й номер. Минус один игрок. Наши в меньшинстве. Ну зачем так кричать?
поймала. Молодец. Вообще ситуация уже сложная. 3-7. Тем более 30. Ноги, руки. Не слышно ничего. Сейчас играем на равных. Поймал. Сюша, помоги! Да, соперник там скучает на воротах. Ты будешь пора туда. Ты же просто расслабились, я думаю. Настроены. Забирай!
сами видели. Вот. Ну уже, я думаю, вряд ли что-то изменится. Счет сейчас будет 3-8. Девчонки, дальше сегодня на вашей стороне. А девочки сборная Дельцова, Подольск и Воскресенск. Ничего осталось. Давай.
Ну, на этом я с вами прощаюсь. До следующей игры. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.